на себе хорошая команда, агрессивно играет. На такую игру настраиваюсь. Такая игра и получилась, на самом деле. Очень команда понравилась, хорошо играла. Молодая, озорная. Можно сказать, что за счет вот этой атмосферы, которая здесь есть, и за счет боевитости Сибири, СКА себя почувствовал сейчас в плей-офф? На самом деле атмосфера была замечательная, очень здорово поддерживали команду, и приятно слышать, когда после игры им кричали спасибо, на самом деле команда молодцы. А так атмосфера, не сказать, что она близка к плей-офф, но хорошая игра была. С Алексеем Красиковым после встречи обменялись парой фраз, вот что сказали? Так у него спросили. Павел, вы сегодня СКА в овертайме дожал, а первую шайбу забросил в меньшинстве. Можно ли говорить о том, что именно она такой переворотной в этой игре стала? На самом деле важная шайба, и здорово, что нам мы сумели забить, сравнять. Как видно было по третьему периоду, все-таки были моменты, мы не смогли забить. Но хорошо, что наше юрное дарование здорово себя проявило и сделал первую шайбу, и вторую, конечно, нарисовал. Молодец. На последние матчи много забрасывал СКА, и домашняя серия 5 побед. Сегодня очень тяжело игра давалась. Это усталость, это просто такое стечение обстоятельств, чего больше? На самом деле, на команду СКА настраивают все с двойным таким оборотом, и на самом деле, что нам игры дается нелегко, хоть и, может быть, где-то счет разгромный там кажется, но на самом деле все игры достаются достаточно тяжело. И это радует, что команда играет от начала до конца.